Они все голодненькие с утра. Чайки у них отбирают у этих маленьких птичек. Много? Откуда они взялись? Вот хорошо, что кто-то у нас есть мудрый и подумал, чтобы накормить птичек. Брекфаст закончен. Да, говорят, что здесь такое правило, что если вы нашли ракушку, вы можете брать 10 на человека с собой домой на память. Ой, мне на память, а мне на память, какая красавица! Меня уже океан поздравил, сильно хорошо в честь 60-летия, люблю ракушки. А еще вот такую вот нашла я. Нашла и нашла ракушечку. Я говорю: Борис, это, наверное, сделали люди, а он сказал: нет, это называется ракушечный доллар. Да, это называется. Ой, беги, 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 беги. А то промокнешь. Нет, догоняет. Поэтому я нашла даже ракушечку. Dollar shell. То есть ракушечный доллар. Здорово. 10 на человека, помним? Пока 2. 2. Всем добро пожаловать. Мы на Imperial Beach. По-русски это будет императорский пляж. Так называется город. На самой юго-западной точке США. И мы гуляем. Доска. Лавочка сделана в виде доски серфинга. Почему? Потому что здесь... Этим занимается мировой класс серфинга, так же, как в Австралии. Смотри, какие пальмы красивые. Раннее утро. Мы ждем, пока откроется ресторанчик. Он уже ставит стульчики, чтобы нам покушать брекфаст. Так, ага, давай, что? Дорожка. А эта дорожка идет в океан. Если мы не хотим идти по песку, то мы идем почти по ковровой дорожке. Вот что придумали, а? Надо. До океана. Здорово. А там он, видишь, плавает на этих досках. Да.
рыба. Рыба. What's the name of the fish? Маленькая. Рождение волны, понял? А они караулы. О, какая мощь. Даже смотри, это мост. Мост стоит. Мост шевелится. Конечно. Представь? Естественно. Вот такой мощью волны. И вот как тихо. Очень тихо. А потом к берегу уже идет. Шум. А шум все равно записывает, слышно, передается. И легкий такой ветерок. И покачивание моста такое, что я уже держусь. На всякий случай. Imperial Beach славится тем, что это мировой класс серфинга. Говорят, что здесь очень часто бывают идеальные волны. И это место знаменательно тем, что оно одно из немногих. Мировой класс с вот такими волнами есть здесь, в Калифорнии, а также в Австралии. Соревнования проходят либо у нас, либо там. Поэтому добро пожаловать в Калифорнию. Интересно, что на улице прохладненько, раннее утро, а серфингисты босые, у них только пятки сверкают, без обуви. Видите? А им нравится, они ждут свою волну. Все говорят на волне. Солнце уже начинает вставать, просыпается потихонечку, пригревает. Все побежали, все. Good boy. А, это обещано.